Давай, расскажи пару слов про себя, представься. Вот на эту камеру, не поближе сюда. Давай. Что скажешь? Ну, меня зовут Тимофей. Больше ничего не буду рассказывать. Эй, секунда! Давай, не мочи, не выступай. Я Тимофа Дабуша от Килла. Хотите увидеть, как я завалю этого громилу? Анька и Лейнянг сам ничего. Ты работаешь или учишься, чем занимаешься? Я работаю. Кем? Это тай. Что? Это тай. Почему? Это нелегально. А ты вообще выступал раньше? Да, давно. Понял. Ладно, а прозвище какое будет? Что? Прозвище какое? Не знаю, Анька и Лей. Ян Саныч Лей. Анька и Лей. Гетто Тирс. Ты попроще можешь теперь говорить, давай? Нет, это все мои прозвища. Гетто Тирс, Анька и Лей. Ян Саныч Лей. Так а что взять? Три варианта. Ян Саныч или что? Гетто Тирс. Гетто Тирс? Ты что возьмешь? Гетто Тирс? Слезы гетто. Все, ладно, этот парень из гетто, Гетто Тирс, как он себя прозвал. Посмотрим его бой, наверное, первый на наших турнирах. Но я думаю, будет достаточно весело. Пойдем послушаем парня. True fake, давай. Зовут Слава, 22 года, из города Псков. Решил проверить свои силы. Прозвище будет? Нет. Боксер? Че боксер? Ну что ты, работаешь где-то? Чем занимаешься? Курьером. Курьером? Что, Яндекс.Драйв, Деливери? А, нет. А что, ресторан. Ресторанчик какой? Да, ресторан. Прямо ресторан хороший, мажорный. Там, значит, работаешь курьером? Да. Ну ладно. Ну давай что, посмотрим бой. Жек, мы готовы, давай. Удачи. Все, удачи по углам. По углам. Готов? Готов? Бой! Да, да? Дай поддержим, ребят, новички! Ура, ура! Новички, дай! Выше ручки, подними ручки! Руки в голове, держи у головы руки! Уйди, уйди сюда! Уйди, уйди оттуда! Отойди, отойди от него! Двое, по двое, добавляй! Спокойно. Дыши, 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 дыши. Да получал ты конкретно, блин. Я так продолжаю. Посмотри на меня в глаза. Две руки, не стой на месте. Руки, две руки. Давай, так проверь. Нормально? Готов? Бой! Давай, какие-то чувак, соберись. Давай, давай, давай! Давай, давай! Капа, чья? Как самочувствие? Дим, нормально? Коля, лови пас. Все, это последний затвор. Приготовились? Бой! Издалека, издалека. Ручки. Давай поаплодируем, ребята. Хороший бой. Вторая. Отдачи. Не подпускай к себе, давай, работай. Отвечай, отвечай. Скажи впечатление по бою. Первого звена достойно. А, что сказать? Я не знаю, что. Что словил в конце? Чуть не было. Хорошо подрался, понравилось? Ну, да. Отлично.
Там пойду домой заработать денег. Иди, переодевайся.